Всем привет, ребята, с вами я, Руслан. И Коля, всем привет, ребята, сегодня мы будем играть в DOS. Hard Mode. Будем сегодня проходить Hard Mode. Я на YouTube смотрел не все прохождение, но чуть-чуть смотрел. И, в общем-то, сегодня будет с Колей, будем проходить. Погнали. Да, я знаю, я не снимал прохождение обычного DOS, а сразу снимаю Hard Mode. Ну, короче, как-то так. Двери изменились. Да-да. Ржавые какие-то ниже. Угу. Раньше они были, по-моему, уже какими-то. Паузерами какие-то были. Да, по-моему. Я играю на моем серваке, потому что хотим мы вдвоем пройти его попробовать. Но не вчетвером и не на одного. Я видео один смотрел. Там говорили, что не надо брать этот ключ на рабочий. На планшет не хватает мне. Там не надо ключ брать. Говорили в ютубе, что он какой-то поддельный. Я не буду... Да, ребят, вот... Нет, кишурь, я ящики проверяю. Мне тоже нужно. Зажигалка. Ну, мне тоже она попадалась иногда. А что тут? А тут ничего и так. Погнали. А, ну да, все. Я даже знаю, как можно еще. Так, вот тут ключик у нас. Я видел в ютубе. Давай. Да, в ютубе. Так. Пойдем. Погнали. Стоп, подожди, мне надо сделать себе чуть поярче. Опа, ящики. Чурмани. О, блин. Блин, я сделал себе поярче, посмотри. Как. Я по звуку сделаю погромче. Ага, ты поярче сделал. Ну, я, ребята, вижу. О, в темноте мне ничего. Здесь банан... А, нет, тут уже банановые кожи. В смысле? Коля! Я сейчас забью. Тебя чуть не убили, прости. О, посмотри, сколько хвост. Да. Блин, ну, это все из-за банана. Ищи в этих. Так, ладно. Может, тебе сейчас найду. Блин! Я зельку нашел. Свет! Пять. Еще он не дошел до тебя. Прячься! Я прячусь. Офигеть, ребята, нашел зельку и ее взял. Так, ну куда ты пошел туда, я не знаю. Я сейчас сдохну. А выпей зельку. А это же она... Это же дополнительная хп. О, Рио! Опс! А где ее? Так, тут, по-моему, подели. Нет. Не, я видел там подели. Тебе снял щит? Ну, капельку. Вы издеваетесь, Гоша? Так, не смотри на них. Блин. Ай! Ты позвал, что-то не где глаза, я их еще остановил. Все, ага. Тебя жду. Я только что на них посмотрел, они мне сняли хп. Он. Ты его нашел? Да. Я да. Прячься. Подожди. Прячься! Выходи. Тихо, тихо, тихо. Я там что-то видел, да? Куда найти? Там? Я не знаю. Так. Так, ну вот две, в принципе, да. Блин, ребята, вы не представляете, как это сложно. Мне сейчас же вот это будет появляться. Да. Где? Нам туда, да, правильно, видишь? Я не тебя на похожу. Решетка! Только не это. Хорошая шутка. Осень. Подожди. Так, я не нашел. Ты... Где там пацан какой пристает? Да. Вижу. Я ничего не вижу. Да, как? Куда вообще идти? Ага. А где решетка? Ага. Горела решетка. Я иду, Коль. О, ты отключил? Найди теперь, куда идти. Я открою дверь, чтобы было светло. Я включил, только не уходи. А, что где? Свет может же. Там глаза, если что. А где? Псы. Я обезврежу их. Я их обезврежу. Это типа как? Кресло. Не, подожди меня. Да-да, жду. У меня же сейчас это... Того телепорт нет? Ну да. Я вижу глаз. Но я не буду на них смотреть. Что тут у нас? Зелька. Бери. Да лучше да... мне бы оставил. Ну ладно, бери как хочешь. Спасибо, Коль. А как ее вообще взять? Просто у меня мало хп. Не, Коль, ты ее бери, у меня не получается взять. О, я взял. Молодец. Я попью ее, потому что у меня очень мало прям счета. О, нормально теперь. Так, следующая зелька тебе. Спасибо. У меня очень мало хп. Мне даже не один... А ты одну зельку истратил? Блин. О, что это было? Это поддельное. А это что, так поддельное работает? Да. Ладно, давай заново пойдем. О, давай.
соглашаемся. А это что? Это если один раз ошибиться, то все, вот это будет. Ну да, ты заметил, что поддельные появляются уже как-то часто? Ага, блин. Ничего. В обычном дождь оно хотя бы снимет ХП только. Но не убьет. Да. Короче, ребята, очень это сложно. И мы там даже до 20, по-моему, не смогли дойти. Я не помню, до какого мы там доходили. Там шеф, ты знаешь. Ага. Ну да, я видел, что кому-то он попадался. У него тоже есть, в принципе, мини. Можешь что-нибудь купить, зажигалку. Нет, я, наверное, ничего не буду. Я тут. Так, сразу берем. Опа. Опа, давайте один проверишь, я другой. Это мой. Зажигалка. Ну, хоть зажигалку, скажу, спасибо. Угу. А ты больше ничего не нашел? Нет, монеты только. Так, бери ключ. Опа, там еще какой-то ящик, вдруг их зелька. О, нет, только монеты. Не монеты попались, открой дверь. Угу. Ты проверял шкафы? Да. Да, да ладно. Ладно. Глаза чувствую, где-то близко. Ага, я уже вижу свет какой-то от глаз. Он еще... О, я их увидел чуть-чуть. Прятся. Ты нашел? А ты? Я под кровать! Тебя убили. Короче, ребят, Коля убили. Я пойду дальше проходить. Жди. Можешь за мной последить, окей? Окей. Ребят, короче, тут глаза, блин. Хотя ладно, давай уже будем вместе проходить. Убивайте меня. Вы не представляете. Ой, сложно. Да. Ладно, ребят, встретимся уже в следующем лифте. Так, ну, в общем-то, всем здорово. Новая игра у нас начинается. Мы сейчас перезашли на мой сервер, так как Коля выбросила на лютный сервер. Да и меня. Блин, я вообще нажала на это. Я не знаю, я думала, что я поближе к твоему же. Я тоже думала, что он с вами поближе. Ладно. Я на каких-то сервер. Пропускаем. А можно вот так вот нажимать? И все. Вообще без разницы, скажи. Так, ладно, быстренько берем ключ. Надо же проверить. Нашел зельку? Нашел зельку? Я все ворую, я вору, Суан. Мне надо посадить в тюрьму. Ладно. Ой, Суан, я монетку для тебя нашел. Ну зачем она мне? Или это не монетка? Это монетка. Ну, зачем она мне? Ну, для крест, взять? Для чего-то. Крест 500 стоит. Ты же не умеешь. О, ключик. Ой, какой большой появился знак. Он тебя сейчас съест. Свидание. Дайте монету. А? На фигуру. Да, я нашел. На фигуру возьмем. На фигуру. Смотрите. Смотрите. Я нашел Аллилуйю бомбу. Пойдем. Прикиньте, это круто. Надо еще носить и главное выжить, я тебе скажу. А еще отойти от этой. Мне кажется, или мне псыкнуло? Пять. Да тут я тебя освободюшка. Все. Да зачем сразу спрятаться? Не знаю. Давай. Есть вылез. Я уже потому что тебя вытолкнут. О, свеча. Бери. А что это? Глаза? Глаза оказались? Ты же не слышно даже. Хорошо, когда бластырь нашел. Только мне надо еще один бластырь, все. Все, нету. Молчи. Так, надо обходить. Так. Ребята, это просто везение такое сейчас. Мне нельзя потерять Аллилуйю бомбу. Всё. Блин, поддельная! Коля, я сейчас не угадал свой фильм. Конец. Свет. Всем дымая. Если я... дымая. Свет. Нам и все равно может кто-то открыть. Ну точно. Я запомнил седьмой номер. Прячусь. А что ты долго? Все. Тихо. Да вылезай же. Я нашел! Дверь. Куда идти? Я тоже нашел. Где ты? Ой, я думала поскользнуться. Я за тобой иду. Ты нашел, куда ты идти? Ну, как бы я думал, ты меня к двери приведешь. Ай. Да она вот там где-то. Вот я нашел. А я нет. Где она? Ну, сейчас... А, конец это... Короче, ребят, всем привет. Мы выбрали серию, или мне теперь нужно пластырь искать. Так. Позволь, зажигалку нашел. У меня свеча есть. Блин. Зажигалка тоже хороший предмет. Блин, я не туда, я чуть не поставила. Так, все, я все поставил.
Все, я тоже. Можно и забагаться. Так, хоть Джеффа нету. Вот это, а он на 20-й какой-то, на 19-й. Думаешь? Да. У меня на 13-й был. Ой, в Ютубе был на 13-й. Где? Вот он нашел бластер. Ты где? Вот тут. Я тебя не вижу. В смысле не видишь? Как? Не вижу. Ты назад пошел. Собственно, не вижу. Привет. А куда мне идти? Туда. Вот видишь тумбочку? Вот там поищи. Так я. Глаза! Понятно. Пластыр, хоть чуть-чуть. Блин, а чипсы какой? Нет. Коля. Ну, вообще у нас сейчас, ребят... Коля, нет! Там Джефф? Там Джефф? А, Джефф! Ёшкин! На каком он вообще был? На 13-й! Ну ты какой там двери? Мы на 13-й двери! Вот у меня он тоже... Ой, точнее, в Ютубе. Я в Ютубе смотрел, короче. Зато нам... И в Ютубе он какого-то там ютубера, я не помню какого, он был на 13-й. А у меня вчера был на 19-й. Кстати, это мой рекорд, уже на 13-й. Мой рекорд прям... Стоп. Да, вот у какого-то ютубера он был на 13-й. Я просто всегда, блин, путаю. Говорю, что у меня, а у ютубера. Сердце никогда не умирать. Может, не будем так еще раз. Ну, я стараюсь, как бы. Ты же умер сейчас от Джеффа. Да, то глаза начали меня начать. Я просто, ребят, увидел, что какую-то надпись. Думаю, просто странно, что это. А этот Джефф, блин. Просто давно уже это видео смотрел. Я чуть ключ не взял. Несколько дней назад. Исподили. Да, тебя бы сейчас убили. Я не хочу замуж. Ай. Давай, иди. Да ё-моё! А что, когда ещё поделю, блин, и псы как-то? Опять? Вы издеваетесь? Подельно. Мне кажется, условно подельно. Это плохо. Так, давай посмотрим подельно. Я цифру посмотрю. Это четвёртая следующая. Это третья. Где глаза, туда иди. Там не подельно. Я пошёл открывать. Угу, открывай. Куда? Да в смысле? Сколько уже дверей эти глаза? Свет нашел? Ну а ты? Я тебе там много шкафов. Я нашел. Так, пока не прячься. Прячься! Фух, я просто даже увидел там, что было такое. Глаза! И опять глаза, блин. Сколько уже можно? Не, ну реально, сколько можно? Да, а где псыкалка? Ага. Где псыкалка? Это какая-то... Открывай. Это восьмая? Тут может быть и поддельная, кстати. Тема. Что-то как-то немножко за... Залагала. На бананчик? Ай! Ты на бананчик? Да, на бананчик. Козла какая-то... Опа, близко ко мне был бананчик. Кстати, ребята, не собирайте слишком много монет, потому что этот монстр может вас убить. Не было такого. Я в Ютубе такое заорал, слышал. Такой я в Ютубе, короче, такое видел. На меня заорал и у ютубера. Я просто не понимал. О, посмотри. Да он очень большой, я сейчас вижу просто уколь. Ну тебе еще там можно забывать. Блин, Мусор, я сейчас сдохну, пошел сдохнуть. Почему? Шо. А ну-ка. Ой. Мусор, по-моему, потеряно, я не знаю. По-моему, да, потеряно. Да умрет, он просто мне вот лезет. Блин, скажу, он мешает монету собирать. А, нет, это не подельно. Ё-моё, смотри. Как мне теперь собирать что-то? Он, наверное, сейчас убьет, да? У меня малюсенький появился только. Ну что, может, он не малюсенький у меня? Да у Завета не надо, но она... Какой? Да у Завета не смотри. Он на монету не дает собрать. И ключ найти. Вот скажи, бесит тебя? Зачем мы вообще его добавили? Ага, согл. Я ключ нашел. Ну, отлично. Кстати, это... А, нет. О, он у меня вообще очень малюсенький. Соберу монетки. Ой. Пластер. Все, у меня теперь полный хп. Пойдем, Коля, нашел ключ. Подожди, мне надо несколько еще дверей открыть. Но мне тоже тогда. Я пойду тоже открою еще одну дверь. Ой. Просто меня этот звук уже бесит. Стой на месте. Он очень большой. Руслан, не бери. Что же заново будем начинать? Согласен. Ну что ж, не надо. Ты там вообще где?
Ну, зажигалка тут светится. А, ты уже тут? Так, цикл какой? Кожурики. А куда? Мне не дали прийти ни одну монету. Тут решетка. Это плохо. Придется... Ой, я подзарядку нашел. Я не знаю, куда идти. Цикалка. Мне бесит, когда она орёт. Я ищу рычаг. Еле-еле ищу. Да блин. А куда лезть? Я запутался! Помогите. Не, смотрите, я спрошу. Спасаю. Я, по-моему, в тупик, в подвале. Я куда-то иду, точно не туда. Все, кажется, я нашел, куда я нашел, куда идти. Да, я уже вижу свечение. Тут нет рычага. Значит, он где-то в другом месте. Я не знаю, куда ходить. Вообще, до 30 дойти не можем, до сика. Я знаю. Обычно нам до России вообще могу дойти до 90. Сюда? Сюда только надежда. Да. Есть? Нашел? Все, пойдем быстрее. Куда идти? Помогите! Где? Где? Вот он. Где? Ты уже ушел? Нет, нифига. Понятно. Так, я иду, Коля. Ого, 800 монет. Я даже не знаю, как так быстро они собрались. С этим новым обновлением. Мне 700 пока. Да подожди ты меня. Я еще не... Да блин! На новой кожура. А, вот она. Фу. На нее наступил, что кстати, она... Я стена... Она какая-то помятая. Кстати, я один раз на ней поскользнулся. Прикинь. Обычно на банановой коже. По-моему, да, свет моргал, да. А он, мне кажется, это фейк, но он может сейчас замигать. Вот так вот. Я жду. Надо прицелиться. И вот так. Надеюсь, это не амбуш. Спрячься! Кто это? Не важно, кто это. Я знаю. Такие страшные звуки были. Так, не знаю. Это не так, да. Это какая-то дверь. Я вижу тут такую лестницу какая-то. Куда идти? Не знаю, куда. Опять. Все и лагает. Нет. Да мне тоже как-то чуть-чуть так. Подлагивает. Ой, ребят. Где я тут оказывается была? Все, пойдем туда. Это спасибо этому монстру. Кого тут цирк? У тебя. Или не у тебя? Я так... Свет. Я нашел, куда спрятаться, в шкафчик. Точно? Ну да. Прячься. Ты выжил. В настоящей жизни, наверное, еще выжить сложнее. Я буду искать зельки. О, появился монстр. Блин, жалко, что у нас... Это глаза? Было. Нет, это не глаза. Помнишь, мы находили зельку, но мы почти... Ну, как сказать? Да, алоэ бомба, это алоэ бомба. Бомбочка такая. Для ванны. Ай. Для ванны. Фунг. Да, так. Куда идти? Да, блин, Коль, ты открыл. А я не вижу, куда идти. Ты умрёшь? Да. О, кто это? Короче! Хэткэта. Да какой мы там двери дошли? Да, 19-й, у нас новый рекорд! Ну, короче, ребята, это очень прям сложный мод. Мы сегодня с Колей так поиграли, он был прикольный. Да, ну, я думаю, на этом мы уже будем заканчивать. Забудьте ставить лайки, подписываться, понравился этот видосик. С вами был я, Коля и Руслан. Ой, точнее, Руслан и Коля. Просто я уже просто путаю. Всем пока-пока!